Крыму и Севастополе снова больше сотни зараженных за сутки. По состоянию на утро субботы в нашем городе зарегистрировано 26 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это люди от 2 лет до 81 года, двое из которых приезжие, остальные местные жители. Зафиксирован еще один летальный исход. Скончался 67-летний мужчина. В пресс-службе правительства Севастополя рассказали, он поступил в больницу с двусторонней пневмонией, находился в реанимации на искусственной вентиляции легких, болезнь протекала тяжело. Таким образом, количество смертей от коронавируса в нашем городе достигло 22. Общее число зараженных с момента начала пандемии – 763 человека, выздоровели 520. Правительство Севастополя в ежедневной сводке на своем сайте вновь напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены. Еще 77 новых зараженных зарегистрировано в Крыму. Об этом на своих страницах в социальных сетях написал глава республики Сергей Аксенов. 55 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 16 среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 6 при скрининге здорового населения, сообщил руководитель соседнего субъекта. Всего в республике Крым за год зарегистрировано 3650 случаев новой коронавирусной инфекции. 2393 человека выздоровели. За минувшие сутки там скончался еще один пациент, увеличив общее количество умерших с начала пандемии в регионе до 47.